Приветствуем вас на YouTube-канале Usu Cloud. Мы занимаемся облачными технологиями и предоставляем возможность бизнесу использовать облачный сервер. Облачный сервер – это, по сути, компьютер, который находится в интернете. Коротко, такой удаленный сервер можно называть просто облаком. На него есть возможность установить необходимые вам для работы программы. Например, это может быть бухгалтерская программа 1С или CRM для автоматизации работы вашей фирмы. Огромный выбор CRM-программ для любого вида деятельности представлен на сайте usu.kz. Не подстраивайтесь под общие стандарты. Выберите учетную программу конкретно под свой вид бизнеса. Итак, в каких случаях может потребоваться облако? Например, если у вас есть несколько филиалов и вы хотите, чтобы все подразделения работали в единой информационной системе. Или у вас небольшая компания, но определенные сотрудники должны работать из дома. Или у вас нет штатного бухгалтера, поэтому обслуживающая бухгалтерская компания должна подключаться удаленно. Или руководителю требуется контролировать свой бизнес в любое время суток из любой точки мира, в том числе находясь в отпуске. Также облачный сервер будет полезен, если вы не хотите тратить много денег, но при этом есть потребность в железе с высокой производительностью. Более того, у вас может даже не быть локальной сети между компьютерами, но при этом все сотрудники будут работать в одной программе в виде единого успешного механизма. Причин много, решение одно. Выберите нужную конфигурацию и работайте в облаке. Теперь давайте посмотрим, как выбрать подходящую конфигурацию облака. Именно от нее будет зависеть цена. Если вы далеки от компьютерных технологий, тогда вам достаточно просто указать количество сотрудников вашей компании. Именно количество человек является главным фактором, влияющим на стоимость облака. Как вы видите, снизу сразу отобразится цена. Можно щелкнуть на ссылку, чтобы выбрать ту валюту, в которой вам удобнее будет рассчитывать стоимость облака. Если валюты вашей страны нет в списке, это не проблема. Рассчитывайте стоимость в долларах, а оплачивать сможете эквивалент в национальной валюте. Давайте пролистаем страницу назад и изменим количество пользователей облака. Видите, сумма сразу же меняется. Если пользователей мало, то производительность облачного сервера устанавливается базовая. А когда пользователей много, система сразу выбирает высокую производительность, о чем свидетельствует меняющийся цвет с зеленого на желтый. Если вы опытный пользователь компьютера и разбираетесь в оборудовании, у вас также будет возможность более детальной настройки выделенного сервера. Вы сможете указать количество ядер для процессора, размер оперативной памяти, объем жесткого диска и даже сможете выбрать между обычным и скоростным SSD-диском. Дополнительно указывается ширина канала. Как видите, настолько мощный сервер для экстрасложных задач вживую собрать сложно и очень дорого, а в виде виртуального сервера вы его соберете за считанные минуты, и цена будет весьма приемлемой. Еще у вас будет возможность выбрать серверную операционную систему. Например, если вы хотите арендовать максимально дешевое облако, тогда оставляйте более старый Windows. В этом случае на его работу не будут требоваться дополнительные ресурсы компьютера. Итак, когда вы закончили настройку, можете посмотреть все выбранные характеристики. А чтобы сделать заказ, достаточно скопировать этот текст и отправить его нам, например, по электронной почте. Также доступны и другие способы связи – Skype, различные мессенджеры и номера телефонов в разных странах. Пишите и звоните нам, мы выведем ваш бизнес на новый уровень.